Добрый день, дамы и господа. С вами на связи я, Владислав Устименко, и ваш надежный брокер Admiral Markets Украина. В сегодняшнем видео мы научимся, как правильно открывать демо-счет. В данном случае мы находимся на сайте самой компании Admiral Markets Украина. Далее, что мы делаем? Входим в личный кабинет. Здесь мы вставляем свой email. Потом прописываем наш пароль. И входим. Как видите, мы уже находимся в самом личном кабинете. В данном случае у нас никаких счетов, ни реальных, ни демонстрационных, не открыто во вкладке «Управление счетами». Да? Вот. Потому здесь мы нажимаем сюда, как видите, «Открыть демо-счет». Нажимаем. Дальше, что у нас здесь? Смотрите. Компания Admiral Markets Украина. Вы можете для себя выбрать либо Admiral Markets AS, это долларовые счета, либо в долларах, либо в евро, да, либо Admiral Markets Украина, это гривневые счета. В данном случае выбираем Admiral Markets Украина. Ниже тип счета. Есть у нас два типа счета по Admiral Markets Украина. Это Admiral Classic и Admiral Markets. Admiral Markets в данном случае выбираем. Это с пяти знаками, то есть с пипсами. Ставим валюта наша УАХ, украинская гривна, да, и сумма депозита, которую вам нужна будет для тестировки торговли. Ниже кредитное плечо выбираем. Здесь максимальное 1 к 500 мы его оставляем. И далее ставим галочку, что вы согласны с условиями, да, и нажимаете «Открыть». Демо-счет. Вот, демо-счет у вас уже открыт. И смотрите, здесь у вас есть данные. Ваш сервер AMDemo2, который нужно будет потом указать в программе MetaTrader 4. Потом ниже номер счета, ваш логин. Вот он. Потом пароль трейдера, пароль, под которым вы будете входить в MetaTrader 4 и под ним же торговать. Пароль инвестора – это тот пароль, который вы можете давать своему другу, либо инвестору, который будет просматривать ваши торги, но сам при этом заключать сделок не сможет. Итак, можете эти данные записать, плюс ко всему эти данные отправляются вам на вашу почту. Давайте ее проверим. Нажмем папку «Входящая» и, как видите, вот Admiral Markets. Ваш новый демо-счет. Открывайте, и у вас вот здесь ваши данные AMDemo2, ваш логин, ваш пароль трейдера и ваш инвесторский пароль. Потом входим обратно в наш личный кабинет управления счетами. Как видите, у вас есть этот демо-счет, который в дальнейшем вы можете, к примеру, нажать сюда. И менять кредитное плечо, сбросить новый МТ-пароль, если вы забыли старый свой пароль. Сбрасывайте, и вам на ваш email приходит новый пароль. Дальнейшие наши действия, это нужно будет нам скачать торговую платформу MetaTrader 4 и установить на ваш персональный компьютер. Следующее наше видео будет посвящено именно настройке самой платформы MetaTrader 4, да, и вход в наш демо-счет, по которому мы в дальнейшем будем торговать. С вами был на связи я, Владислав Устименко, и ваш надежный брокер Admiral Markets Украина. Всего вам доброго!